На челке-то. Ё-моё. Так, ну все, вылазим, да? Сергей Петрович, поможете моей сумке? Давай, давай. Где они есть-то? Здравствуйте, здравствуйте. О, спасибо. Чуть-чуть у вас побудем, отдохнем телом. Ой, хамам у вас прекрасный, конечно. Посидеть, я никогда в такой штучке не сидела. О, какая штучка. О-о-о. Бусинка маленькая. Ты куда приехала? А? Мы с тобой тут были уже в животике, да? С мамой были? Да, классно, классно. Сергей Петрович, на вас сумки. У меня сегодня Сергей Петрович усатый нянь. Сашусь. Всем привет. Всем привет. Нам подарили целый час еще в дополнение к нашим двум часам. Поэтому мы 3 часа проведем. И даже не в том зале, в котором я заказывала. Здесь 3 зала, и самый большой нам дали зал. Самый клевый. Это зеленый зал. Раздеваемся. Зеленый зал. Самый большой зал с большим-большим бассейном. Да. Дети, конечно, ой, какой эхо. Дети, конечно, просто счастливы, что купаются. Я тоже очень счастлива, что мы сюда попали сегодня. И с такими еще сюрпризами, подарками. Очень классное место. Самое лучшее для нас. В Мичуринске вот это самая лучшая баня. И, в общем-то, мне даже никогда не хочется больше ездить и что-то пробовать. Сауна и хамам еще пока греются, здесь особо не чувствуется еще жара, но уже скоро-скоро, через минут 40, здесь будет самый кайф. Там еще пока не очень жарко. Да, сейчас там принесут веник. Будем париться с веником. Нарещено, да? Да, тепло? Ну как?
теперь хамам. Сейчас вы ничего не увидите, потому что я сама с трудом чего-то вижу. А это хамам, который запотевает моментально. Моментально все запотевает. Спасаем технику. Убегаем. Ладно, бери носочки, бери памперсы. Все, идем. Спасибо. С удовольствием. Классный фен. Да, вроде бы все. Нас много, но мы все вышли. Ну что, довольны, дети? Да. Спасибо большое, Плаза. Спасибо за такой гостеприимный прием. За ваши плюшки для нас. И за этот отдых шикарный. За такую терапию, когда душой и телом отдыхаешь. Всем было тут хорошо, да? Всем было хорошо. Сейчас поедем домой. Всем привет, мои дорогие, еще раз. Это уже завершение ролика, и я понимаю, что вы сейчас уже, наверное, устали смотреть, как мы отдыхаем и развлекаемся в бане. Сами знаете, что у меня творилось в жизни, в моей реальной жизни, а не на Ютубе, последние несколько дней. И да, под лозунгом «Что нас не убивает, делать нас сильнее», Оля решила себя спасать, в прямом смысле слова. Вот, я съездила, как вы уже поняли, в сауну с детишками, отдохнули, развлеклись, попарились. Очень классная психотерапия, я вам скажу, не только для психики, но и для тела. В том числе сделала себе татуаж бровей. Кстати, об этом ролик, целый ролик посвящен татуажу, поэтому посмотрите его вот здесь, ссылочка в описании. И, конечно, жду ваших комментариев. Сейчас я пришла на летнюю кухню, сегодня воскресенье, я никуда не тороплюсь, детки спят. Просто кайф, классно, очень классно так себя чувствовать, как сейчас я себя чувствую. Последние несколько дней я себя насыщаю положительными эмоциями, радостью, несмотря на все трудности, несмотря на все прилетевшие неприятности в мою сторону. Все переживем, все вынесем, мы вместе, мы сила. И сейчас я буду снимать видеоролик уже для следующего раза, на понедельник, скорее всего. Ну да, он пойдет на понедельник, но сейчас воскресенье. Поэтому всех очень прошу подписываться, ставить лайки, ставить напоминания, колокольчики. Не пропускайте мои видеоролики, пожалуйста, для меня это очень важно. И, конечно же, продолжайте смотреть, потому что в этом видеоролике вы узнаете, чем я сегодня в воскресенье. Воскресный день, буду кормить детей на завтрак. Вы любите такие видеоролики, я знаю. Ну и, конечно, между нами девочками скажу, что мне очень важно ваше мнение по поводу моих новых бровок. Многие писали, что татуировка это там грех, что так нельзя и так далее. Но я так понимаю, что вы подразумевали какую-то другую татуировку. Вот, в виде, наверное, дракона у меня за спиной или крыльев ангела где-то в области поясницы. Ну, в общем, нет.